Почти убили. Уходил вниз. Так меня горение же у меня. Ну да, вообще горение. Кар, ну может ты ко мне залезешь, что ли, а? Вот ну странно, как это. 4 хода. Я тебе залезу, ничего сделать не смогу больше. Ну снизу ты тоже нихрена сделать не можешь. Предположим, ага, хватит. Красиво. Согласен. Бей дальнего. На игру же смогу. Его и бью. О, левелап. Град с левелапом. Не у меня. И вот так сделаем. У меня вообще ничего нету, блин. Хотя... Так, что ж все это... Это долго еще лежать будет в нокдауне? Нет, сейчас стоим. Тогда сделаем вот так. И... Эй, где? А, блин. Ну ладно, черт с ним. Из невидимости меня... А, нет. Вроде держится. Куда? Она в следующий ход пропадет. Я вроде на льду стою, огонь не гаснет, и лед не тает. Да? Фигня какая-то. Задумался. Я прокатился. Ага. Хочешь, значит, а. Ползай. Понятно. Угу. Эге. Ага. Угу. Угу. Давай залазь, блин. Угу. Лезь наверх, заколебал. Танковать ты должен, а не я. Вот и все. Пришел и врезал. Кто-то умер? Нет. Жаль. Следующая курица ходит. Нет, курица не ходит. Тогда бей скелета. А, ты не можешь, далековато. Я не могу, вы мне карм перекрывает. А вот курицу могу. Ну бей курицу. Курица гриль. Интересно, а вот этот вот облик курицы накладывает какие-то на нее ограничения, типа меньше защиты и все такое прочее? Нет. Точно. Куда-нибудь. Хотя нет, какого дьявола? Вот те раз, вот те два. Скотина. Ну, у меня левелап. А мне? Это был прошлый раз в серии. Я еще хочу. Хватит. Сколько можно лапс, да, в конце концов? Ну, сколько можно? Сколько не есть? Как его, благословить, что ли, этого придурка? Нет. А. Все. Мне или кому-то из вас? Ой, без разницы. Ты освободила меня, эльфийка, я так долго этого ждал. Так, без помощи пленника, можно сказать, что он не бьет пламенем. Что с ним взять? Ну ладно, сказать, что вы не любите смотреть на страдания беспомощных пленников. Мы будем хорошими. Тогда, боюсь, ты не в том месте. Этот остров горнило страдания от самых своих корней. Я полагаю, имя короля брака тебе что-то говорит. Да, мы слышали о короле браке. И видели поблизости, какие плоды его трудов.
Кивает. Он творил чудовищные вещи, пытаясь обуздать исток, подчинить его своей воле. Должен признать, я тоже участвовал в этом. Возможно, я заслужил этот огонь. Так, сказать Брэксон... Ну, это фигня. Какую роль играл? Нет, я был ученым, библиотекарем. Брак хотел познать тайны истока, но ему не хватало терпения копаться в старых свитках и табличках. В тех текстах мне открыли тайны знания о великой ужасающей силе, той самой силе, которую так желал обрести король Брак. Че, попробовать ученого? Ау! Я даже не слушаю. А, ну зашибись, ладно. Что? Наверняка все давно уничтожено. Брак не хотел, чтобы эти знания достались кому-то еще. Он скормил меня пламени, чтобы я ни с кем не поделился этой тайной. Сжечь пару свитков у него бы не дрогнула рука. Что же он обнаружил? Ну да. Я ничего не скажу. Однажды открыл рот и был проклят навеки вечно. Если заговорю вновь, проклятие может лечь на весь мир. Так, брака больше нет, что он искал. Заявить, что вы вполне можете... На это сказать, что он наскучил. Первое. Ну да, первое. Должно быть, брак потерпел неудачу, иначе весь наш мир канул бы в небытие. Но то, о чем неведомо, еще может существовать. Я не стану говорить о нем. Не хочу рисковать. Вдруг его отыщет новый брак. Попробуй второе. А второе просто уйдешь. Да? Ну ладно, тогда первое. Первое. Как, силой? Я без того выставил больше, чем можешь себе вообразить. Что еще ты можешь со мной сделать? Моя тайна покинут этот мир вместе со мной. Хорошо, скажи, я больше я поставил бы тебя под угрозу. Беги из этого жуткого места, живи своей жизнью, забудь обо всем. Пусть она останется погребенным. Благодарю незнакомку, ты освободила меня. Я не верю, что этот миг когда-нибудь настанет. И хрен ли, где мое убеждение? Оно даже не появилось, блин. Что за бред вообще? Пошли в портал. Что? В портал иди. Кузьмичек, ага. Вот тут? Ой. Вот тут. Лежал череп. Его ага. Забрал Карн. Ну и чё? Опять темчик портал. Окей. Ладно. Сундук обыскивайте, кто там у нас? А, Шурик, у меня арбалет, посмотри. Какой? Ого. Обследование некоторые вещи посмотрите. Кто у нас? Я. И сундуки вскрыть. О, арбалет я заберу. Не надо исследовать. Слушайте, мантия наставника. А, нет, гриф. А, этот, неопознанное копье? Да, и не только копье там. А где еще? Там, он уже еще. А, вижу, вот. Ну, это твое все, как я понимаю. Угу. Что-то еще есть? А, вот неопознанный щит вижу. Ну, прикольный, наверное. Руна Мороза. Чтобы добыть руну Мороза, надо использовать метаморфозы. Холод, волшебный полиметалл, час обретения руны настал. Так, что-то еще тут есть, не вижу. Вроде становится все опознано, да? Да, вроде. Угу. Так. Все? Да вроде, да. Обратно. А, назад? Дальше некуда идти. Ну окей. Шурик, ты что отвлекаешься, не пойму? Я качаюсь. Я тоже хочу качаться. Ты в прошлом качался. А я могу прокачаться? Хе-хе, а почему я не увидел-то? Забавно. Так, восприятие это, шанс крита, память это. Базовые чеки 7, дополнительно от памяти плюс 2. Возьмем. Я не знаю, что брать. Гемантия ядом и землей наносит на 40% больше урона. Яд и земляная атака. Яд. А у меня как раз вот этот посох. А, это огонь. Что пирокинетику качать. Весь урон объем, который вы наносите. Я качаюсь. Че, мне на брат надо идти нам? Или ты куда хочешь? Я уже пришел обратно. Так, ребят, у меня есть из этих, как его, всяких дальнобойностей, древних знаний, трупоядов, первозданной магии.
Чуть подскажете? Волк-одиночка, где вонючка и так далее. Волк-одиночка вообще не бери. Нет, это понятно. На магию, да? Ну, наверное. Либо это что-нибудь... Что-то там Шурик говорил про двуручный... Ты что-то говорил про двуручный посох, который можно будет использовать как-то там особо... По-особому. Тебе единство стихии можно взять? Как называется? Единство со стихиями. Не со стихиями сокращает число УД для применения заклинаний на один, если вы стоите на поверхности с той же стихии. Такое спорное. Ну да, что-то я тоже не согласен. Ну как бы да, на земле ты все время будешь стоять. Но у меня этой геомантии до сих пор только камень, да камень на этот. Смотри, также для того, чтобы больше этот. Как бы сказать, да. Чтобы больше применять заклинание, можно взять мнемоника. Форму проводника стихий. Сейчас, подожди. Мнемоника прочитала. А, вот. Прибавляет вам 3 очка к памяти. А, прикольно. И как еще? Проводник стихий. Нет такого. Партизаны, пиявка, все. Такого нет. А, вот. Требуется мастерство охоты. У тебя его нет. А, так это стрелы. Стрелы. Ты че, Шурик? А. Ну ты шутник! На урон, я как-то на начало даже не посмотрел. Максимально. Ну сейчас подождите тогда. Собиратель стрел. После выстрела. Зачем мне собирать садист? А, чтобы ты вообще не знаешь, что брать, возьми мастер на все. Мастер. У меня такого. А, вот есть. Немедленно дает вам одну очку боевых умений, одну очку мирных умений. А. Ну это один раз можно использовать, да, я так понимаю? Да, да. Нет, а Шурик говорил что-то там про двойные, про посохи двуручные, я помню. Что, а ну что я могу бить только с ближнего боя, типа можно будет фигачить и на расстоянии. Что-то такое, у нас был разговор. Не-не-не, ты путаешь. Да, жаль. Посохом, двуручным посохом ты бьешь в ближнем бою, но этот посох дает тебе умение. А. Расход кастовать и стрелять. А, ну это понятно. Это ничего брать тут не нужно, оно и так есть. Понятно. Мастер побега, мастер уклонения, понятно. Мнемоника. Ну это потом мнемоника. Немедленно дает вам 2 очка качеств для распределения, находчивость. Ну тогда я мастер на все руки, да, возьму, а потом находчивость цапну как-нибудь. Ого, когда вы погибаете, нестабильность взрывает ваше тело, превращая его в кровавое облако и нанося физический урон в размере 50% от вашего здоровья. Только сможешь со стопочной тяжкой, да? Жесть какая. Сейчас, вот сюда. Явка, кстати, в крови. Рогатка. Это не гранат, садист. Сейчас сможешь сразу? Садист улучшает некоторые самые все это. Заблокируйте их. Один ход. Нет, я там ничего не вижу. Влияет на горение, отравление, кровотечение. Ого! Садист. Интересно. Смотрите, какая штука. Садист. Читали? Да. То есть я смогу, вне зависимости от магии, от тех, от всей этой магии, накладывать эти умелки. Так, собранность, число УД, заход. А, ну нет, это... Ну ладно, мастер на все руки тогда возьму. Так, и... Так. У меня сейчас знание легенд 2 и убеждение 3. Что лучше, убеждение продолжать качать? Или все-таки знание? Да. А знание легенд не понадобится, что ли, больше? Пока нет, чуть позже потребуется. А, ну окей, ладно, тогда значит убеждение еще одно. И, соответственно, геомантия, да? Ну ладно, будем ее до упора качать. Геомантия 10. Давай вырезай из портала. Сейчас, сейчас. Дайте тоже покачаться, блин. Так, я где вообще? А, блин. Я как-то в этот портал захожу, у меня сегодня камера как-то по-дурацки встает, блин. На качелях покачаешься. Вы где? Ребята! Санки. Ребята! Где вы? А, ты где? А, выходи. Да, да, вот сюда. Сюда, все правильно, все правильно. Нет, на меня беги. А на ты свит. Где? Вот, кнопочка. Все. Стой, стой тут. Стой, не шевелись. Сейчас я тебя уроню. Понял, да? Ау. Опять в кровь. Я же сказал, что я тебя уронил. Скотина. Я не обманул. Пойдем.
Карн, ты слева справа уже обобрался? Ну, сундук я просто притянул к себе. Так, да? Я жду около этого. Около входа в башню. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Я череп потрачу, чтобы просто... Ты можешь побегать за Карном. Да ладно, фиг с ним. Так, смотри. Ой, это не мое. Еще у меня красный принц сумка торчит. А получается, магия земли — это яд, да? Яд, земля, да. Ага. А это у нас огонь. А, крит удар добавляется, очень лихо от этого посоха. Шанс крит удара 21. Нормально. Или это мало? Нет, это хорошо. Все вырастет. Нет, это у меня сейчас от посоха. Да? А исток надо брать? Очко истока. Ребят. А вон справа это лужа. А, нет, у тебя же полное очко истока. Под своей иконкой посмотри. У тебя одна такая... Зеленая. Она зеленая. Ага. Если я сейчас себя благословлю, у меня она потратится. А она самовосстанавливается или только... Прожимай... Ты сейчас... Вот, либо я сейчас бегу в лужу и подбираю лужу и... Угу. Диалог начался. Либо... Подключайся к диалогу. Камень взгляд Гаргули пришпиливает вас к месту, она расправляет перед вами крылья. Ты заслужил награду. Награда. Так, одноручный топор, никому не нужен. Шлем, сила, перекинетика призывания, 17.4. О, а перекинетику, а можно мне? Эти силы нужны? Требуется сила 11. А, нет. Тогда Пергиан перекинетику больше обрадовался. Сапоги, инициатива 2. Слушай, вот это явно для себя бы забрал, требуется ловкость. Ну, бери. Дает доспех мороза, требует интеллект 11. Кто? Интеллект 11. 4.17. Это доспех? Да, броня. 4.17. А что дает? 10 сопротивления в воде и 2% шанс крита. Ну блин, у меня... Мороза. Ну, что навык еще? Доспех мороза. Блин, у меня тут 2 геомантия плюс 1 ловкость, сопротивление огню. Ну тогда не стоит. Ну что туда? Сундуки не забудьте. А можно я так все заберу? Бери. Потому что они сильно лучше моих. И ну вот. И так. Какое кольцо? Люся, сумку открой. Кольцо Кузьмича дай. Да, ты как раз смотри, что надо будет кольцо Кузьмичу. Сумку открой. Открыл. Спасибо. Убирай кольцо. Сам открой сумку. Да я же открыл. Какого, блин, я же нажимал на эту кнопку? Я все тебе отдал. Прям все. Исцеление металла. Так вот, у меня сейчас 0 очков истока. Я могу встать в лужу и поглотить. Смотри, вот так вот. Опа! И поглотил. Угу. Вот сейчас я снова потрачу. Себя бафну. Я могу пожать лежанку. И у меня снова становится очко истока. Понятно. Танк работает только потому, что у нас взят мешок с подарками. Там один пункт. Угу. Хорошо. Пошли внутрь. Сейчас, минуточку. Вы мне книжку какую-то дали. Да. Исцеление металла, регенин, тебе каждый ход физ броню у нас на сколько очков. Подожди, сейчас этот древний флянт развалится прямо в руках. Так, это мы читали. А это откуда? Это тоже читали. Так, нет, просто мне надо заклинание раскидать. А, оно у меня... Это магия земли, что ли? Геомантия. Ага, это магия земли. Что, посмотри мне в интерес. Вот. Кого смотреть? Ноги? Да. Не, у меня лучше. А, союзники рядом с вами медленно установят физическую броню. 27 физической брони в течение 3 раундов. То есть не в течение раунда 27, а за 3 раунда 27. Ну такое. Честно говоря. Так, вы куда ушли? В дверь? Да. Все, иду. Кузьмич, на всякие ноги.
кожаные. 3-9 плюс 2 инициатива. Есть 11-8 плюс 11. Можно глянуть где-нибудь? У меня сам не знаю. Нет, а мне там ловкость 12 нужна. У меня 11 только ловкость. Меч. А. Куда-нибудь вот сюда вот выброси, пожалуйста, кувшины. Все, кроме секса-сапора. Какого секса? Сапора. Куда еще раз ткни? Ну, куда-нибудь сюда. Перед собой. Перед собой выкинь, да. Все, кроме сапора. А, так, сапор, секс, ага. Может, без разговоров просто сразу что ли? Может, без разговоров просто сразу? Можно, я думаю, и сразу. Я, что он развернулся-то, блин? Можешь со всеми тремя на столе за столом? Так, ну что, разговаривать? Не-не, просто смотри на них. Смотрю. Шурик. Прощайте, Костя, прощайте. Все? Мы всех поубивали? Да. А почему нельзя было поговорить или еще что-то? Можно, смысла нет. Они у тебя все равно напали бы. Да. А, то есть их в любом случае убивать. Да. Что-то интересное есть? Ключ. Тут самое интересное будет позже. О, да, детка. Что такое? Ну, самое интересное. А. Ты тоже, да, имеешь тут колодец? Нет? Да-да, такой кого шлем. Вот я смотрю, как раз вот кого шлем. Что, мы его не продали? Не должны были. Я видел недавно, что у кого-то был шлем. А я колоду карт подобрал. Ну, у меня шлем, все нормально. Шлем у меня. Открываю? Давай. Ну что, мне разговаривать, ничего? Не с кем пока, просто лотать. Понятно. Так, ребят, пока вы тут лутаетесь, я отскочу буквально на минутку-полторы. Да ты заколебешь. No. Лутайтесь. Да чё, лутайтесь. У нас Кхан за лутинг отвечает. За лутинг. А так кому-то замечу. Иду. Чего тебе? Чего тебе, старч? Давай, давай, давай. На альт нажми и собирай книги, вот это все. То, что можешь собрать через альт. Угу. И читай заодно. Сейчас. Банка мозговых паразитов. Ну, она, по-моему, ничего не стоит. Опа! Как? Ты еще там книжку дал? Золото, отмычка. Не железная дверь не рушится. Жаль. Так, ладно. Легенда о кровавой розе. Легенда рассказывает о кровавой розе, драгоценнейшей из роз, которую стремились заполучить короли и люди древних времен. Кровавая роза растет лишь на земле, политой страданиями и удобренной мерзостью. Во времена короля брака знали верный метод для выращивания этого цветка, метод таинственный и жестокий. Например, Аванель убедил короля закопать останки из запытанных до смерти мертвецов в глубокой пещере. Он посадил семена в их пустые черепа и поливал слезами измученных пленников. Такой почве кровавые розы цвели пышным цветом. Ученые говорят, что кровавые цветы в этой пещере должны расти и по сей день. Вот только никто не знает, где она находится. Банка мозговых паразитов. Отдам Люсе. Я тебе доспехов накидал, потому что я вес очень, ну, много пустого. У меня уже сейчас. О, дрожь земли. Наносит урона земле каждому персонажу в зоне поражения. По вашему велению до этой черы вылезает ко всем персонажам без магической брони. Так, подожди-ка. В смысле, и вас это тоже будет атаковать? Ага. Это плохо. Дуэль ремесленника, часть 13. Ты артурки пользуешься? Из этого тома, переполненного ценными знаниями, вы извлекли для себя множество полезных цветов. Что? Чё говоришь? Аэротургией пользуешься? Кем? Аэротургия. Пока еще нет. Нужна кольцо на плюс один аэротургия для нас броня. Нет. У меня кольца на месте. У меня перекинетика и гидро... Ну, в общем, перекинетика и перекинетика. Ага. Так. А нафига ты мне палец укинул, чтоб я таскал? Да-да, потому что у меня уж перегруз. А, ну ладно. Так, защитный шлем. Сила и гидрософистика, понятно. Скрытность. Щит, так. Это Люси. Мотать ту Люсю.
Так, и... Так, и что-то еще. А, да, точно. Разобраться с дрожью. Так, что за дрожь земли? Подождите. Так, накладывает эффект путы. Урон зависит от вашего урона. Блин. Тогда может курятину. Блин, курятина штука нужная. Благословение. Я могу его убрать. Благословение лучше оставить? Ну, оно только нужно для кустов. Ну у вас же оно есть, в принципе. Я сам брал уже. Я птичка, когда кусты возвращаю и все. Угу. Так, пылающие кинжалы, я ими практически не пользуюсь, да? Каменная броня нужна, спокойствие духа нужно. Блин. Исцеление металла, наверное, я уберу. Ага. Что-то не вижу в нем особого смысла. Вот. А это у нас черви. И вот, внимание, вопрос. Я что-то в описание так и не въехал. Каждому персонажу в зоне поражения. То есть и вам тоже, получается. Или нет? Ну, в зоне, да, каждый. Поджигает всех врагов вокруг. Врагов. Наполнение, кстати. Подожди-ка, сейчас. Так, Харн. Постой спокойно. Блин, я хотел ложку пройти просто. А, ну ладно, на шурке тогда испытаем. Не помрет, надеюсь. Так, зона поражения. Мотать мое почтение, ни хрена себе зона поражения. А, она наводящаяся. То есть, если я, например, метну ее вот сюда, то шурик сильно пострадает. Угу. Но она наводящаяся. Хорошо, я-то думал, что это такая фигня. Ну, как это? Вокруг меня, как это, возгорание. Блин, у мага, вот слушай, я сколько уж за мага играю, из всех заклинаний, более или менее по цели, это, блин, первые пылающие кинжалы, все, все остальное по площади, блин. Так или иначе. Ты пипец какой-то, блин, ой. Все по площади, все, блин. Там же нажимай, приходи. Ага. Ой, фу. Есть что почитать? Да, забирайте книги, я пока лутаюсь. Я тебе уже нажал рычаг, отожмите его обратно. Одна? Так, дать Сибилле. Так, книжку Сибилле мой, промазал. Ладно, буду читать. Так, потрёпанный чертеж. Настоятельно начертана схема какого-то склепа или хранилища. Под чертежом написаны кажущиеся на первый взгляд случайными слова. Иллюзия и король брак несколько раз объединены, а одна из комнат помечена стрелкой, вдоль которой крошечными буквами написано кувшины душ. Это, так понимаю, мы уже прошли, да? Сибилла. Библия ремесленника. Из этого тома переполнится... А, ну понятно. Новый рецепт. Дождевик. Гриб-дождевик ценится среди... А, ну это мы уже читали, по-моему. И так ценится среди охотников, за то, что улучшается старту зрения. Это моего свойства, обязан своим появлением любопытное выражение, зоркий как дождевик. Говорят, что наилучших результатов может добиться, приготовив из дождевика концентрированное зелье, ясно. Энциклопедия Хуберта, том 14. Вот так как оружие. Хуберт вкратце описывает способы, которыми некоторые колдуны истока могут обратить себе на пользу даже легкий дождик, когда способны превратиться в острый, как бритва, лед. Морозную броню странным образом может даже лечить. Кренли признает, что хороший гидрософист был в свое время весьма ценным членом общества. Сейчас же, говорит он, картина получается более мрачная. Понятно. Руна грома. Блеск золотой, подобен он звезде, его расплавив в ледяной воде, поверив в то, что магия не ложь, так часто руну грома обретешь. А, окей. И колдун столько рассуждает о том, как, объединив магические стихии с заточкой, дубиной, палкой или луком, можно изготовить магический жезл. Да. А чё, ничего я не выучил в итоге. Так, все, мы уходим? Или чё? Ну да. То есть, жезл я заколдовывать не могу. А вот приколдовать какую-нибудь дубинку в жезл, это пожалуйста, да? Ага. Интересно. Идем дальше. Естественно. Сейчас будет колодец желаний. Сначала нам поговорить с крысой, которая шурик учается. Это совершенно не раздражает. Это совсем не умница, потому что не решил мою проблему. Ясно. Крыс корчит морду с выражением «ну да, само собой».
Спросите, что его может лечить. Крыс устремляет на вас серьезный и многозначительный взгляд, призывая слушать внимательно. Не думаю, что проблема у меня в голове, кроме того, я не думаю, что эту проблему возможно решить с помощью истока. Я категорически утверждаю, что короткий резкий выплеск магического воздействия никоим образом не решит моментально мою проблему. Я абсолютно не призываю тебя вчитываться в подтекст моих слов. Благословляю его, чё? Сейчас. Я подумаю, чем могу тебе помочь. А давай я в него метеоритом пульну. Нет.